Казка презентовала песню для Евровидения. Группа представила англоязычный трек, с которым выступит на национальном отборе Евровидения. Популярная украинская группа Казка презентовала новый трек. С ним коллектив поборется за право представлять Украину на Евровидении 2019. Песня появилась на официальном YouTube-канале группы. Песня под названием «Apart» написана на английском специально нацотбора на Евровидение 2019. В описании к треку участники группы написали, что это личная история отношений, страхов и преодолений. Также коллектив призвал любить без шаблонов. В песне есть часть украинского текста, который исполняется в присущей группе фольклорной манере. Ранее произошел скандал с украинцами на песне года. Казка отрицает участие в российском мероприятии. Международный песенный конкурс Евровидения 2019 пройдет в израильском Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Также корреспондент писал о всех участниках нацотбора Евровидения 2019. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.